сам за себя. Буду смотреть на себя. Ну что так, тасы, сорт один. Давай. Процесс пошел. Начало отрежем. Конец тоже. Сделаем обрезание. Стас Иванович, а сколько стрижка будет стоить? Пол уха. А может лучше кого-то другого? Мне еще лучше нужны очки носить. Вот, и вот как раз... Биткоин. Не-не. Кстати, там рогов не видно на голове? Еще не дошли. Я когда прихожу в стрижку, говорю, рога спиливайте, уши оставляйте. А я болгарка. Болгарка, да? Нема. Болгаркой рога спиливают. Турик, да. А может и есть. Будь здоров. Еще раз будь здоров. Кстати, мне ты подсказал бороду носить. Кто? Ты мне подсказал бороду носить. Да? Ну да, чтобы... Кто ради подсказал? Бороду носить, чтобы... Военкомат не да. А палочку я уже имею, кстати. Какую палочку? Ну палочку типа прикинуться. Инвалидскую? Да. Шланг. И так шланг. А, ты имеешь в виду, чтобы менты тебя... Да, в церкви. Типа я уже немощный. С бородой, с палочкой. Что-то в этом есть. Я надеюсь, ты мне дырку в телефоне не сделаешь для резонанса. Попиздишь немножко, да? Ты в колени можешь сделать, да? Волосы мягкие, правда? Я когда Коле прихожу стричься, она говорит, я могу только стричь, когда у тебя волосы, когда голову помоешь. Ну, а намек это не на голову, не на мой. Не. А сходи типа до кофе что-то принести. Иду. Иначе она не может стричь. Иду, иду. Да, не надо. Ну ты сиди по солью выебал. Цензура не пусто. Какая цензура? Как работает запись. А? Записи. Я про Олю. Я понял. Кстати, яблоки, Стас, у тебя очень хорошие. Яблоки, да. Еще остались? Есть. Два яблока может не дать. А два это... Это яблоки. Хорошие. Стас не приглашал на субботу. А сейчас, когда они чуть постояли, они вообще мягкие. Стас на субботу не приглашал. А, кстати, насчет субботы ты как? Надо насчет субботы. Ну, я запрошу официально. Куда? Ко мне. На жареную картошку. Мы не робим. Как вы робите? Блядь, точно, мы робим.
такі поганки в суботу? Ні. Ні, що не зробити. А двоє? А де? Я Стася оставлю. А я понедельник роблю. Я Стася оставлю шлюбу. Ну, можна так? На полтора часа. На полтора часа. Ну, а якщо він йде, тобі прийдеться і до утра. Ні. Я ж вернути, я чесно. Ти розпіздай. Да ладно! Ну, не вернусь. Да, я видел, я не подумал, что это было. Ну. А может ты вместо меня поработать? А кто картошку жарить будет? Любовь? Нет. Ивановна? Ну ее будем жарить. Помнишь, как она нам чай сделала с кофе? А он 2 часа стоял. Вот я говорил, Леня, работать надо, а не... Не, ну я как бы... Рекламная Ростик, пауза. Ростик спешит, у него времени нету. А тут прежде хуйня занимает. Чай. Она и печенюшки поставила. Ну, потом это дело. Сожрали. О, я потом свою стрижку поставлю на ускоренную запись. Это будет смешнее. Типа на 1:2. Типа так. Показывает. Так, он играл. Но я бы хотел бы этот дядьку съебаться здесь. Бо мені я не буду це папочку. Це, о. Все, щоб я це, все, давай. Давай. Як мені це? Все. І по віскі, так? Що ж там сталося, так? Я повернувся. Не треба. Це є справа? Є. А? Є. Ой. Є. Там іде, там іде ці. Ще раз зробити. Знаєш, що значить сліпим бути старим? Давай. Ні, капкай тебе, який. Ну, не вам. А где там? Я Иван Ильича так постричь, что не хотим. Не, а где он научился? Что, натренировался на груди? Что, где он тренировался? Иван Ильич хоть и без ночи не спал. А, я по-моему просто говорю. Все, и спал. И сказал, блядь, Стас, ё мать, что ты мне нарубил с гарпом? И красивейшую, да, евростандарт. Красивейшую эту зробив, а ты, блядь, путем мене хаяк. Ну, и что? А тут много он цей, тебе его тут погибше, что тебе тут нема волосся. Він мене не міг постригти, як ти скажеш. Мене такі голоси. Не розказуєш? Ні. Розвертайся, розвертайся. Пересядь тут на другий бік. Куди? Куди? Ага, во-во-во. Так? Ага, во-во-во. Тебе обахло. Ну. Все, тебе красота. Все. А это был мастер-класс от Стаса Ивановича. Как я буду мыться, я не буду снимать из соображений этнических. Спасибо за внимание.